Опять за старое взялся рецидивист из Кемерово. Угонщик с говорящей фамилией, одноименной названию одной из автомобильных марок, снова задержан сотрудниками уголовного розыска. Что вы тут разлеглись? Что случилось? Сотрудники. Вместе с подельником, также судимым за угоны, он похитил иномарку. Подозреваемых с поличным задержали сотрудники полиции. Оперативники уголовного розыска изъяли у злоумышленников несколько комплектов номеров и приспособления для взлома замков зажигания автомобилей. В машине сопровождения оперативники уголовного розыска обнаружили два комплекта подложных госномеров, а также приспособления для взлома автомобильных замков зажигания. В настоящее время следователям возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Санкциями статьи предусмотрено наказание, максимальный срок которого составляет 6 лет лишения свободы. По ходатайству следователя оба фигуранта заключены под стражу.